система, настройки, игра. Конечно же, легенда! Всем привет! Оу, Ванечка. Егор, привет. Шочдове, привет. Простите, плохо читаю такие вот ники. Скайрим 5, привет. Блэкфайр, привет. Тинлис, приветики, тебя видел. Глеблис, ребятки, всем приветик. Да, я внезапно сегодня выпустил видео, которое готовил. Долго, честно говоря, но такое не маленькое, так что кто не видел еще, оцените, посмотрите за новое дополнение Клуба Творчества. Это невероятно, боже. Давно я так не офигевал, честно говоря. Ну да ладно. Костя, привет, Настя, привет, Александр. Алексей, приветик. Легден. Олдфак снова здесь. Олдфак? Я не знаю, что такое. Ладненько. Ладненько, друзья. Ну что ж, видимо, мне нормально слышно. Видно, Ванечку тоже нормально слышно. И спрятался, да. Будем продолжать. Будем продолжать проходить соратников. Да, наконец-то я Вервольф. Я себя качаю. Супер легендарная сложность для тех, кто не знает до сих пор, что это такое. Это режим выживания, конечно же, легенда и... Самая главная изюминка — это прозрачный худ. То есть я не вижу ничего, нет никаких пунктиров, нет никаких маркеров, где задания, где враги, сколько у меня осталось здоровья и так далее. Так что вот так вот. Ну, в принципе, многие уже это все знают, ребятки. Всем привет! Всем привет! Ну что, продолжим! Да, кстати, нужно будет забрать нашего компаньона. Общий вес нормальненько все. Там все хорошо. Задание. Удар в сердце. Мне удалось прикончить вожака серебряной руки в их лагере. Лощина, сломанный шлем. Эйла ждет моего отчета. Так что нужно отправляться обратно, ребятки. Нужно... Черт. Отправляться обратно. Вайтран. Пешочком. Ну как пешочком, по-моему, на лошадке. Ой, яблочки. Заберу. Быстрого перемещения нет, так что простите. Фир-фыр-фыр-фыр, приветик. Макс, привет. Да, Андрей, только начал. Только. Немножечко лагает? Если немножечко лагает, я, конечно, сейчас посмотрю. Непорядок. Может быть, битрейт поставлю меньше. Нет, тут показывают все нормально, ребятки. Тут показывают все нормально, значит, у вас что-то там не так. Может быть, а может и у меня, как всегда. Что-то там. Нет, тут вроде бы все нормально, все показывает. Постараемся сегодня максимально много пройти соратников. Максимально много. Ну, там как получится, конечно же. Там как оно все выйдет. Сейчас я посмотрю, не упал ли мой интернет. Нет, все классненько. Все здорово. Ну что ж, погнали. Сейчас немножечко поглючу, зайду в игру. И... Светлана, приветик. Приветик. Ссылку на свой мод, ну, во-первых, это дополнение, во-вторых, это Skyrim Special Edition, в-третьих, это Клуб Творчества. Посмотрите более внимательно видео. Коля, Тёмчик, приветик тебе, спасибо тебе за 50 рублей. Привет, бро, запитай, вот тебе на новогодние игрушки. Чат, тоже привет, мы тут спорили, кто самый колоритный злодей. Как по мне, Харкон, а что думаешь? Ха. Злодей? Не знаю, мне сразу, вот сразу это Мирак. Ну, потому что он классный, колоритный. Мне сразу Мирак кажется. Хотя Мирак — это такой персонаж, который мог бы быть еще и добрым. Я постоянно задаюсь вопросом, а почему бы не сделать какую-то развязку, чтобы против Хермеоса, Моры с Мираком... Не, ну понятно, против божества ты ничего не сделаешь. Но тем не менее... Спасибо тебе. Погнали, друзья.
Погнали. Сейчас на лошадке к Рифтону. Спать я тут не буду. Если что, посплю и отдохну уже. Пьяницы. Боже мой, они тут круглосуточно тусуются. Поспим уже, Вайтрани. Ярс, привет. Я с тобой не здоровался. Никита, привет. А! Зайчики. Я, конечно, задумывался попроходить данное дополнение, но, друзья, нет. Пока нет, пока я немножечко не прокачаюсь. Ну как немножечко, нужно нормально так прокачаться. И только потом я рискну на супер легендарной сложности его проходить. Но она очень хардкорная. Она даже моим супер прокачанным персонажем, там, я так страдал. Там какие-то маги дерутся. Друзья, так страдал, что вы не представляете. Там разработчики сделали еще интересную фишечку. Они некоторым центурионам добавили просто сверх урона. Ты вроде бы бежишь на них, да, хочешь их ударить. Их бьешь, но у них остается там определенное здоровье. Они тебя бьют, и ты сразу умираешь. Сразу умираешь. Просто сразу. Я там еще загрузился далеко. Сохранился, я такой... Ого! Сначала не понял. После второго, третьего раза уже понял, что нужно от них убегать. Это было шикарно, конечно. Эти все эмоции. Подвести. Да. Ну, куда едем? Вайтран. Залезай в повозку и отчаливай. Полетели. Отличная погода для поездки. Надеюсь, она Алексей Кселев, приветик. Лоучарка, привет. Программ, привет. Гризли, Драгити, Зерплеер, приветик. Ребятки, всем привет. Это я так смог поотвечать на чат, потому что он у меня заглючил сейчас. Вот. Мари, не плачь. Айрон. Боже, недавно посмотрел вот этот новый трейлер Мстителей. Ого! Ого-ого-ого! Мне просто страшно представить, сколько он соберет бюджета. Друзья, уже хочется отправиться в кинотеатр и посмотреть. Ну, понятно, нужно ждать, но черт. Что же они там придумают? Ой, что-то там упало. Ладненько. Это Ваня катается на машине. Все хорошо. Влад, привет. Здравствуй, колбасни. Жалеешь? Чего? Усатая. Чего? Нужно что-то. Александр, привет. Skyrim топ. Fallen. О да, Skyrim топ. Вау, Костя, Синицкий. Спасибо тебе. Иван, привет. Спасибо тебе за сегодняшнее видео. Представляешь, я сегодня впервые зашел в Speech Ladies. И там было это новое в Skyrim, и потом выпустил видео про это. Вот это совпадение. Но мне, конечно, это новое очень сильно понравилось. Очень все классно сделали. Что скажешь про это? Спасибо тебе огромное, что заценил. Реально, друзья. Реально, я... Я просто не поверил своим глазам. Я думал, что будет какая-то, знаете, двимерская локация. Вот это вот одна, когда заходите, большой зал. Ну и все. Окей, хорошо. Потому что я не привык. Обычно клуб творчества... Хорошо. Она твоя на день. Добавляет что-то погляди. Чуть-чуть. И самое большее меня удивило, потому что разработчики, когда только клуб творчества запускался, я сам это помню, говорили в Твиттере, что не-не-не, ребята, больших DLC, что-то масштабного не будет. Будут какие-то предметы, что-то такое вот по мелочи. Но вот они выпускают такое глобальное, огромнейшее дополнение, и я такой, что? Что вообще? Ну, как сказал тот, видимо, Skyrim покупается. Алиса Мансон, спасибо тебе за 99 рублей. Ваня, привет, это снова я, твой редкий гость. Удачного стрима и хорошего настроения. Привет, приветик тебе, спасибо, спасибо тебе за твой донат и за настроение. Так вот, и по поводу вот этого дополнения, я такой, ну как? И каждый раз, когда я шел дальше, то, что я вам показал за 30 минут, друзья, это просто такой мизер данной локации, вы не представляете себе. Она глобальная, я ее
сколько его времени вообще проходило? До 2 часов ночи я это все... Боже, боже, боже. Я короче, в восторге. Как всегда, там понабежали... Не, это не дополнение, это мод. Ну, я в таких случаях просто всегда говорю, друзья, ну, моды в модификациях. Пожалуйста, заходите, берите. А это клуб творчества. Для меня это невероятное дополнение. Невероятное. Так, ну что, давайте поспим, отдохнем, потому что, по-моему, я там... Тёмчик, спасибо тебе еще. Не соглашусь с тобой. Прости, да не спорю. У Мирака большие перспективы в плане дальнейшего сюжета, квестов и т.д. Но то в нем нет этой изюминки, а Харкон реальный мразь. Хотел убить свою дочь. И как это цепляет. Настолько вот он одержим. Кстати, сегодня только 100. Извини. Спасибо, спасибо. Я, честно говоря, не до конца, наверное, понял. Ты имел в виду самый-самый-самый ужасный злодей. Я чуть-чуть не понял тебя. Все, теперь понятно. Да, на самом деле, Харкон в этом плане самый топ. Он на первом месте. Так, изголодавший. Покашляем еще. 2 и нормальненько. Ну что ж, стоять. Не сюда. Погнали искать Эйлу. Виктор, приветик. Привет, привет. Мари Эйрон. Я Зол. Зол, привет. Так, собачка. Начинаешь ты меня немножечко... Что такое? Я не наелся? Да ладно. Еще 220. Должно быть хорошо. Я ж ничем не болею, слава богу, ничем не болею. Ночь, скорее всего, Эйла в своих покоях, и сейчас мы ее навестим. Угу. Артём, самый злодей, я имел в виду. А, ну да. Давай, пожалуйста, ВК Дениса. Друзья, простите, но ВК... Я, друзья, добавляю очень-очень редко. Заходите в группу, подписывайтесь. Я прислуживала воителям Йорваскра. Активничайте там. Вау. Мэнсон, спасибо тебе за 1-1-1. Ах да, чуть не забыла. Это Алочкина шоколадка. Алочкина шоколадку. Хорошо, спасибо. Обязательно. Ну вы посмотрите. Иди ко мне. Так, давайте тогда воспользуемся картой. Хорошо. Она не спит. Ночь на дворе, она где-то... Где-то переживает. За меня, где я пропал. Смог ли я наказать... Она в кузнице, что ли? Нет. Я мимо нее бегаю, да? Я могу. Вон же она стоит. Боже мой. Я тут отвлекаю от тебя внимание. Думаю, никто не просек наше маленькое дельце. Нападение на головореза в Серебряной руке. Твоя работа? Mm. Ах, хотела бы я там быть с тобой. Мне удалось расправиться с этим отрядом Серебряной руки. Великолепно. Похоже, тебе и впрямь удалось загнать их в угол. Продолжай в том же духе. Мы перебьем их до единого. Мистер Харт, привет. Ананас. Костя, приветик. Ананас? Прикольно. Какая следующая цель? Хорошо, что ты проявляешь такое рвение. Прошел слух, что какой-то умник из Серебряной руки шныряет по Вайтрану. Если сможешь пробраться в их лагерь и стащить ее планы, у нас будет преимущество. Пробраться, стащить? Я что-то такого задания не помню. Моя цель — приют Редорана. Нужно выкрасть оттуда план Серебряной руки. Ага. Угу. Угу.
Карта мира. Приют Редорана. По-моему, это небольшая локация, и слава богу, что она недалеко находится. Охота идет. Говорят, ты сильнее, чем кажешься. Ванька, давайте пока побегаем. Мы еще поохотимся вместе. Побегаем без напарника. Немножечко самостоятельно, но у нас всегда есть наш старый добрый зомбяк, так что все хорошо. Да что такое? Когда я стал вервольфом, я чаще начал кушать, что ли? Сытый. Сытый, все хорошо. Так, мой стримчик, что ли, залагал? Почему-то ничего не пишется. Ничего не вижу. Да, мой чат залагал, точнее. Чатик. Ага, все, заработал. А то что-то стоит на месте и все. Или просто никто не писал. Макс, убей Спригана. Фест что? Мясные колбаски или усатые? Усатая колбаска. Я понял. Понял. Это все сарказм. Ладненько. Мистер Каджит, привет. Приветик. Людей кушай. Буду, конечно же. Но сначала давайте отправимся в нашу локацию. Она тут недалеко. Совсем все рядышком. Давайте по дороге. Все цивильненько. Выкрасть. Ну что ж, придется там всех перебить и потом выкрасть. Или там нужно скрытно? Не, нормально. Да что мой чатик убегает постоянно? О да. Скайрим 5, привет! Я что, с тобой не здоров? Я же с тобой, по-моему, здоровался. Или не здоровался? Хотя могу. Попробуй дополнение Last Dragon. Не слышал. Не слышал ничего такого. Погуглю. Юра, привет! Канал Аларак. Привет. Нет. О! Боже мой, мы, по-моему, второй раз уже встречаем привидение, да? Я же встречал. Я реально встречал привидение, и вот он опять. Вот он опять. Скорее всего, эта локация обновилась, и мы снова можем... А куда это он отправился? Друг, ты что-то не по пути. То вообще его не встречаем, то... Вот так вот часто. Нам по пути. Ну что, призрак, расскажи мне, пожалуйста, как Ванюшку успокоить, а? Что это было? А, я мерзну. Холодно все-таки. Небольшой эффект мороза, да. Холод зябкий. Какой-то багаж в сопровождении. Ну что ж, наша локация, по-моему, здесь. Угу. Ну все, пока. Давай, до встречи. Второй раз уже, по-моему, встречаю в этом прохождении. Мне вот сюда. Да. Маленькая локация, но есть там один крутой босс или даже несколько, так что... О, что это только что было? Расслаблять булочки не будем. Ой, не будем. Давайте посмотрим, что у меня там за зелье есть. Восстанавливает сил, невидимость, скрытность. Я, честно говоря, бы побежал бы за сапожками хищника. Пока он нас не видит, мы тут немножечко пособираем. Вадим, привет. Виктор. Как дела?
Хорошо. Супер. Просто супер. Кстати, потом зацени мое новое видео или уже заценил. Артём, да, по поводу вампиров. Нет, 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 не пропадут твои навыки. То есть, если ты вылечишься, опять станешь вампиром, ты все равно будешь самым прокачанным вампиром. Успокойся. Знай. Ну, точно так же в Special Edition. Бывает, конечно, немножечко изменения, если у тебя LE, Legendary Edition, но... Мари, что такое? Ковенадже. Ковенаге. Прости за мой английский и привет тебе. Привет. Усы красивые? Да ладно. Усики как усики. Немножечко решил отрастить себе усы. Не знаю, как ребята оценят. Но они обычно мне долго не задерживаются. Я через время начинаю психовать, и они уходят в другой мир. Мир сбритых усы. Что я вообще такое рассказываю? Ладненько. Ну что, друзья. Наш эффект уже закончился. Давайте, наверное, отойду. Потому что он может услышать мою магию. Она все-таки шумная. Что там у нас за крик? Берем ярость. Жалко мне тут единственную собачку убивать. Ну, ладно. Приветики. Да, единственную собачку очень жалко. Ой-ой-ой! Я тебя закопаю! Что-то меня заглючило немножечко! Вот что я скажу. Лучше беги, тогда я ударю тебя в спину. Воу! Как-то все на изи. Видимо, это самые такие простенькие ребятки. Вау! Аноним, спасибо тебе за 50 рублей! Твое последнее видео просто бомба. Спасибо, спасибо, я реально старался. Я столько времени... О, реально, я 2 дня готовился, потому что... Да, я сейчас дома, но, поверьте, друзья, времени мне не так уж и много, потому что Ванечка сначала кушает, Ванечка потом гуляет, и... Да, ну, я успел, я смог. Конечно, хотел я все выпустить утром, но утром не успел. Ладненько. Не, это не боссы. Это 100% не боссы. Спасибо еще раз, аноним. Заберем факел. Соль. Соль заберу. Давайте, наверное, забирать и побольше еды. Самостоятельно готовить. А то я как-то вообще разленился. Постоянно все покупаю. Надо бы делать себе повкуснее пищу. И бонусов будет больше для нашего воина. Да и вообще. Хорошо. Так, сохраняемся. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, ты что делаешь? Не то малость. Пойдем. Вот сейчас будут крепенькие парни. Парочка. Да. Да, вот сейчас, наверное, не будет так легко. Это было. А нет, она одна. Напрягись. Твою! Не-н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 е
Вот этот баг с тяжелой броней, что типа я перегружен. Как он меня уничтожает, особенно когда бои. Черт. Обычно он с перком такой глюк. Почему без перка у меня? Ладно, это как говорится. Ну, ты же играешь в суперлегендарной сложности. Пожалуйста, дорогой. Возможно, это эффект от знака коня. Скорее всего, это именно из-за знака коня такая фишечка. Ладно. Плохое, ты выбираешь время, чтобы заблудиться, дружище. Есть.
Приветики! Черт! Она прокачанная! Босс! Воу-воу-воу-воу! Девочка! Ты хороша, я смотрю. Это сколько ж я долбил? Нет. Не пере... долбил. Думаю, теперь там никого нет. Это мне напоминает Mortal Kombat. Боже, мои трусы видно. Все, все, пропадай, картинка. Знаете, вот эти вот добивания. Просто разворачиваются и просто добивают. Сколько я ее долбил перед этим? Тёма, ТБ, привет. Чувствую, надо. Надо делать, друзья, уже серию по поводу кузнечки и улучшать. Улучшать свое снаряжение, потому что, ну, сколько можно? Нифига себе. И бежать нужно за напарника, потому что именно его урон еще вносит определенную часть дамага, которого мне не хватает сейчас. Ладно, давайте пробовать еще раз. Черт. У меня еще глюк не разглючился. Погодите. Погодите. Что за фигня? Собачка. Пожилая газа? ХКСТА. Когда Обливион будет? О, я не понял, что это такое, что ты написал, но когда Обливион будет, 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 будет обязательно. Александр С, приветик. Видос на Бруму. По поводу Брумы было бы круто, между прочим, постримить ее. Было бы очень круто в суперлегендарной сложности. Почему бы и нет? Отправиться, повыполнять там задания. Кто за, пишите плюсик, и может быть после того, как я немножечко прокачаюсь, немножечко, самую малость, потому что помню, там, по-моему, враги такие нормальные, прокачанные вот эти все, и дисбалансно прокачанные, и мне нужно это нормально заряженным пройти. Вот, друзья, вот, пожалуйста. Собачка, которая стала-то, не-не-не, ты никуда не пойдешь, дорогой. Давайте подождем. Не пропустишь, нет? Вот гад. Специально. Типа я уже мертвый, и ты скоро будешь. Black Dead. Привет, Вань, как там молодой Довикин, Иван, подрастает. Подрастает, конечно. Уже 1,10. 1,10 месяцев. Скоро 2 годика. Через пару месяцев. Плюсик, плюсик, плюсик. О, я понял вас. Я понял, так что ждите. По-любому пройдем. По-любому поиграем в Бруму. В супер легендарной сложности. Но надо чуть-чуть. Чуть-чуть. Мари, ну что ты плачешь? Добавь видео, пожалуйста, мой секрет. Умоляю. Я посмотрю. Посмотрю. Ну что ж, мы, по идее, разглючились. Песик. Черт. Давайте тут сохранимся. Вот здесь. Ага. Не было сомнений, что я остановился. Я не пройду. Мне нужна более открытая местность. Она сейчас его развалит, он даже ничего не... Ля! Вот это девочка. Вот это я понимаю, девочка. Аннет, спасибо тебе за 100 рублей. Привет, Салтая. Желаю тебе удачи. Ничего себе, Салтай, привет с Харькова. Спасибо, спасибо тебе огромнейшее. Вау. Клянусь, я убью тебя. Ну что ж, судя по всему, этот зад скелетный тебя не пропустит сюда. Вот это да. А ну отвлекись. И все. Лучше можешь? Давай. Я тебя сделаю. Погодите, давайте талант юзнем. У нас же есть зверь, черт, у нас же есть зверь. Брэк, спасибо за 50 рублей.
без сообщения. Если что, пиши сообщение. Спасибо. А, это типа брейк. Я понял. До меня дошло. Мы же еще можем в вервольфа превратиться. Черт. Но мне кажется, пока я превращусь... Так что мы используем талант. И будем больно. Я не успею. Я, черт, ничего не успею. Какой талант. Давайте побегаем вокруг. На! Черт, бью ее! Сильными ударами! А ей пофигу! И жизни у меня не осталось. Боже, какая волевая женщина. О, черт, черт, черт. Игнатий Сновида. Спасибо тебе. Добрый вечер. Третий стрим уже в чате, остаюсь без привета. Всегда пропускаешь. В чате. Кстати, очень много оскорблений пишут. Модеров не хватает сегодня. Здоровья тебе и семье. Спасибо большое. Спасибо. Постараюсь не пропускать, но... Ты видишь, что тут происходит. Я не могу и туда, сюда. Да, видимо, мои модеры немножечко не справляются, так что я буду принимать меры. Спасибо тебе за замечание. Постараемся избавиться от лишних лиц. Чтобы не писали гадости. Или просто желайте им счастья. Окей? Так. Так, секундочку. Одну секундочку. Давайте посмотрим, что у меня за зелье. Исцеление болезни, зелье купца, зелье лечения. Боже мой, сколько у меня здоровья осталось там. Бегаю, бегаю, бегай. Боже, карусель. Это просто карусель. Ну что? Держи! Вот что я скажу. Лучше беги, тогда я ударю тебя в спину. Вы вообще посмотрите! Она издевается. Каждый ее удар, это как сразу прокачивается способность. И я такой, воу! Девочка! Я тебя сделаю. Господи, я что-то такого мощного босса давненько не встречал, честно говоря. Я жить хочу. О, друзья, я аж вспотел. Черт. Вот это да. Вот это воительница. Жареный золокрыс. Вау. 270. Можно продать, потому что она очень дорогая. И 1 килограмм всего остается в запасе. Ладненько, нужно к торговцу. Но все равно сейчас White Run. Погодите, у нее же еще лут. У нее еще лутик есть. Черт, придется что-то оставить. Помидорки. Морковки возьмем. Соли заберем. О, черт. Я перегружен. О, отлично. Давайте сейчас спокойненько походим, потом... Нафиг. Стратегические планы Серебряной Руки. Вот что нам нужно. Карта сокровищ. Прекрасно. В принципе, можно сбегать. Мы же возле White Run'а будем. Сбегаем, заберем лутик. О, я как раз проголодался. Много соли, это классно. Что-то у нас прокачалось. Немножечко быстрее. Пойдем. Зелье силы. Окорок. Вкусняшки. Мед. Или эль. И... Пойдемте. Грибочки захвачу. Пойдемте готовить вкусняшку.
Иван, Виталик спрашивает, какие дополнения стоят с клуба творчества? Все. Все дополнения с клуба творчества у меня присутствуют в данной игре. Картофельный суп. Восстановите здоровье, восстановите запас сил. Картофельный, лосось жареный, отбивная и капуста. 15 запас сил. Вот, давайте, наверное, с капусточки сделаем вкусняшечку. Стейк из мамонта. Соль. Но пока соль я оставлю. Пока я приготовлю какие-то супчики. Картофельный супчик, ну и все. Стейк из мамонта. Вкусняшка какая. Какая же вкусняшка. Есть. Ух ты. Ах, я же там понабирал этих бивней. Последняя локация. Ну, в предпоследней. Когда мы отправлялись за книгой. Ну все. Все. Влад. Сейчас я зайду в чатик. Пока все спокойно, но ребятка... Ребятки, вы видели, вы сами видели, как меня там уничтожали. Вот эта девочка, я не знаю, я не встречал еще такую сильную. Ну что ж, давайте выпьем вино, давайте съедим грудку. И тебя. Все. Усталость. Только усталость. Можно, в принципе, поспать, но лучше уже поспим дома. Вот и все. Вот отличненько. Все, бежим обратно, и чувствую, следующее задание уже будет поярче, потому что это, знаете, такое вот промежуточное. Ребятки, всем привет. Приветик. Давид Юнусов, спасибо тебе. Обожаю Скайрим, давно смотрю тебя. Очень приятно, очень приятно. Невероятно приятно, что многие ребята пишут классные комментарии, донатят. Друзья, спасибо вам. Огромнейшее вам спасибо. Да, это Скайрим. Даже после 7 лет, черт, 7 лет он нас удивляет. Удивляет. И конкурентов, ну, есть, конечно, похожие игры. Но именно, чтобы конкурировать с Скайримом, просто ничего такого нет. Такого фэнтези, где вы можете быть кем угодно. Вы можете быть вором, вы можете быть добряком, вы можете быть последним мерзавцем. Но вы можете им быть. Можете, и это просто офигенно. Столько классов, столько манипуляций, столько гайдов. Так, отстань, дракон. Отстань. На чистой поверхности я с тобой драться не буду. Вот здесь было бы классно, если бы еще великан сагрился. Приветики. Приветики. И дракон прилетел. Опа-па. Да начнется драка. Как говорится, черт. Погоди, погоди, погоди. Я пока сюда спрячусь. Пока сюда спрячусь. Лошадка сваливает. Дракон, ты собираешься приземляться? Я-то думал, сейчас дракон будет против этого великана, а получилось все плоть наоборот. Вдвойне сложнее. Все, что умеет. Ладно, давайте сначала с великаном, пока дракон летает. О, надо сваливать! А нет, 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 я думал, сейчас он в нас струю холода отправит, но пронесло. Давайте сохранимся на всякий случай. Я только что сохранился! Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не. Альза, приветики. Он как чувствовал. Он как чувствовал, как только я сохранюсь, оно... Потому что обратил внимание, сохранение, когда вы нажимаете F5, оно, знаете, проходит еще некоторое время. И потом загружается вот такое вот. Ну, единственный нормальный способ — это авто. Когда я только вышел с локации, ну, потому что, ну, никак, потому что больше... Это фейл, да, Ариса. Ариса Кэт. Так. Давай, хватит. Ванюшка там что-то, видимо...
накосячил. Ну давай, дорогой, хватит, хватит, хватит. Да, это за камня коня по-любому, потому что у меня по умолчанию сразу должна тяжелая броня ничего не весить, и оно что-то путает там. Все, погнали. Давайте обойдем дракона. Ну не хочется, не хочется, не хочется. Сейчас реально много. А тут пристают. Мы знаем, кто ты такая, так что прогуляйся-ка с нами. Я не знаю, что вы там выдумали, и знать не хочу. Оставьте меня в покое. Частенько. Частенько я их встречаю. Александр, привет. Покажи свою броню. Что-то Ванечка там. Одежда. Это кольчуга лорда. У противника в ближнем бою будет поглощаться 5 единиц здоровья. Ну, на самом деле, легендарная сложность это практически незаметно. Это вообще ерунда. Сопротивление ядом увеличивается на 75%. Сопротивление магии увеличивается на 17%. Но так как я Редгард, у меня 100% теперь сопротивление магии. И есть еще сопротивление... точнее, ядом. И есть сопротивление дополнительное магии. Быстренько, быстренько. Может, сейчас дракон не появится. Мы просто рвем когти White Run. Все, нафиг, нафиг. Влад, что это за куча смайликов? Миша, привет. Как тебе ведьмак? Кирилл спрашивает. Да, что-то ведьмак у меня, я не знаю, друзья. Что-то ведьмак у меня очень сильно напрягает мой компьютер. Хотя я не знаю почему. У меня, в принципе, i7 и 1080 Ti, но я постоянно все ставлю на ультра. Ведьмак очень сильно напрягает, даже на 1080 Ti. Понятное дело, что у меня не самая-самая-самая прокачанная, но тем не менее, все-таки топовая видеокарта. И... так, погоди, а что я? Чуть-чуть я тут встал. Давай дальше. Давай дальше ехать. Ехать вот сюда мы сейчас заберемся. Че, дракон тут меня нашел? Ладно. Ты, дорогой, разбирайся, а мы пойдем. Хан, заметь меня, пожалуйста. Приветик тебе. Приветик. Помогите! И вот наш дракон. Все-таки он от нас не отстал. И сейчас, наверное, будут жертвы. Потому что это легендарная сложность. Бывает такое, что какого-то торговца, бывает какого-то... О, черт. Давненько. Я тут не видел, честно говоря, дракона в Вайтране. Давненько. Ты будешь приземляться или как? Чем мне в него пулять-то? Таранахом? Эльфийский лук. Жоч! Я правильно назвал? Спасибо тебе за 50 рублей. Слышал про игру Mount Blade. Скоро должна выйти вторая баннер лорд части. Скайрим будет курить в сторонке. Хочу, чтобы играл в нее, когда она выйдет. Но выходит она уже так же долго, как и Сталкер. Что-то знакомое. Я обязательно посмотрю, если ты говоришь, что действительно конкурент. Не, ну, ясно делать, игры, которые сейчас выходят в 2018-2019, очень классно могут сконкурировать с Skyrim, но я немножечко за другое, понимаешь? Все равно, вот новые игры выходят, но это не то. Да, это все равно не то. Skyrim уникальный. Skyrim останется уникальным. Потому что это Skyrim. Спасибо тебе. А за игру посмотрю. Я понял, что за игра. Отличный выстрел. Прекрасный выстрел. Он вообще собирается приземляться или будет вот это вот летать, как в Хоббите, и поливать всех огнем. Вот черт. Не, ну вы посмотрите, что происходит. Он просто-напросто летает и нифига... Так, а ну-ка давайте сделаем, знаете как? Давайте выйдем. Черт, не смог я взять таки от дракона. Просто если сейчас убегу в Йоруаркс к соратникам... Йоруаркс.
они все равно не будут меня слушать, будут агриться, потому что дракон летает. Ну? Посмотрите, охрана побегал. А, они тоже свалили, они тоже оттуда свалили, потому что поняли, о, ну его в баню. Нафиг такого дракона, пускай там летает, развлекается. Видите, они все со мной вышли. Ребята, где дракон? Где? Котик Плей, приветик. Александр бармен, он тебе ребенок плачет. Можно, говорят, можно, конечно, немножечко. Улетел. Это охотники на вампиров или что-то такое. Обосновались в старом форте. С Ванюшей мама. Значит, там все будет нормально. А то, что он капризничает, это дети. Дети — это счастье, а счастье — это очень громкое. Для тех, кто не знает. А для тех, кто знает, меня поймут. Да и Ваня сейчас такой период, если он захочет, например, залезть на потолок и потрогать лампочку. Вот если он это не сделает, он закатывает истерику. Осторожно, не подожги ничего. Так, все. Я тут отвлекаю от тебя нападение на головореза в Серебряной руке. Твоя работа? Хотела бы я там быть с тобой. Ты с этими усами на Гоголя похож. Да ладно, Саша. Дракон Вайтрана никогда такого не видел, кроме как по квесту. Майкл Джетс. Я, кстати, тоже что-то такого не припомню. Что это вообще такое было? Ну, очень. Сколько я играл, никогда сюда не залетал так. Ну, видимо, может, и видите, так же внезапно он исчез. Видимо, увидел драконий предел и понял. О, там меня могут поймать. Я, наверное, свалю по-тихому. Планы у меня с собой. Отлично. Надеюсь, теперь нам легче будет их выследить. По-моему, мы обратили их в бегство. Ага. Из лука нет, я ищу работу. И у нас полно работы, но боюсь, что Кодлок прослышал о наших успехах. Он хочет тебя видеть. Мой совет? Не пытайся обмануть старика, но и не говори ему лишнего. Когда империя сдалась, что-то произошло с Доминиону. Позор пал на всех нас. Кодлок, мне кажется, я знаю, какое задание он попросит у меня, друзья. Я прислуж... Мне кажется, я знаю. Привет. Спасибо, что ты здесь. Ты хотел меня видеть? Да, дитя. Присядь. Хорошо. Я слышал, у тебя в последнее время много дел. Хэнплей, привет. МДД Dog 3, приветик. Мы с Элой хотим отомстить за смерть Скиора. Ваши сердца полны скорби, а мое собственное рыдает о Скиоре. Но его смерть давно отомщена. Вы и так взяли больше жизней, чем требует честь. Мария, спасибо, проверю. Замкнутый круг возмездия все еще длится. В любом случае, у меня для тебя задание. Тебе уже рассказывали, как мы стали вервольфами. Макс, это я понял. Скиор сказал, что это благословение. Да, это похоже на него. В вопросах веры всегда так. На самом деле все гораздо сложнее, чем скажет тебе верующий. Тимоха, кстати, у меня как-то дракон в землю застрял. Было у меня, было и такое у меня, но только когда умер. Так, где же истина? Братству соратников примерно 5000 лет. А история со звериной кровью тревожит нас всего несколько. Вау. Мир, звери, усы. Что? Ахах, Ваня, без обид, теперь я не Тёмчик. Теперь я мир взбрехал сы, но, называй меня по-старому, но усы правда классные. Кстати, уволился и куда пойдешь работать? И я тебя обманул, у меня еще сотка. Спасибо тебе огромненькое, огромнейшее спасибо. Погоди, сейчас я узнаю, что там происходит. Почему Ванюша рыдает уже полчаса?
Ваня капризы. Вы не представляете, что там происходит уже в кухне. Он пораскладывал все вот эти вот наборы, технику. И теперь складывает так, как ему хочется. Если не так, то рыдает. Дети. Дети, детишки. Так, мой шнур застрял. Всем приветик. Всем приветик. На фоне рыдает мой сынок Ванюша. Все как всегда. Да. Ваня, мне тебе жалко. АСД. Ой, не нужно мне жалеть. Это дети, друзья. Это детишки. Они плачут часто. Сейчас еще переходной возраст. Там разные переходные возрасты. Ой, уже даже закашлялся. Рад за брата. Вадим. Почему не читаешь сообщения в Стиме, Саша? Да надо зайти. Просто слишком много мне социальных сетей. Сетей не успеваю. Один из моих предшественников был хорошим, но недальновидным человеком. Он заключил сделку с гленморильскими ведьмами. Ваня знал, сделка заключалась в том, что если соратники будут охотиться во имя их господина, Херсина, нам будет дарована огромная сила. Мэджик, скорее бы The Elder Scrolls 6. Ой, да скорее бы. И они стали вервольфами. Они не думали, что это перемена навсегда. Ведьмы предложили плату, привет, как и все остальные. Новосибирска, но приветик, привет с Харькова. Дафни. Какой у меня ПК? Да, ну... В принципе, мощный, но иногда не хватает. Ведьмы должны заплатить кровью за свое коварство. Мы дойдем до этого. Все не так просто. Их недостаточно только убить. Олег, видишь, мне понравилось видео про маски. Болезнь поражает не только наши тела. Спасибо. Она пропитывает душу. Когда вервольф умирает, Херсин призывает его в свои охотничьи угодья. А, Тимоха, только голова. Для некоторых это рай. Они мечтают лишь о том, чтобы вечно загонять добычу для своего владыки. Фрис, как дела у маленького Довокина? Хорошо, но только частенько капризничает. Но я все еще истинный Норд. И я хочу, чтобы мой дух упокоился в Совенгарде. Сервивал 2018. Напиши мне в сообщение на почту. В описании моего канала есть моя почта персональная. Напиши туда сообщение, 100% я его увижу. Over TV, привет. А почему Legendary Edition удалили из Стима? Чего? Разве Legendary Edition удалили? Я не знаю. Так как, погоди, а как другие ребята играют? А, именно в магазине? Ну, видимо, он уже не актуален, может, знаете, подумали, что уже... Хотя, честно говоря, у многих ребят еще более простенькие компьютеры, и Legendary Edition лучше подходит. Данил, привет. Дайдерические квесты, Ариса Кэт, обязательно буду. Но, как говорится, сначала соратники. А если способ излечиться? Я потратил долгие годы, чтобы выяснить это. И теперь я знаю ответ. Магия ведьм завлекла нас в ловушку. Джуде Лав, что за модификация? Они не помогут. Какая модификация? Я играю без мода. У них злую силу. У меня только клуб творчества. Я прошу тебя найти их. Разыщи их, Ковен, в лесной чаще. Уничтожь их, как пристало истинному воину леса. И принеси мне их головы. О, проголодался. Вместилище их способностей. Тогда мы сможем смыть с себя эти столетия. Мрак, да. Черт, они что, невероятно сильные. Будет сделано. Хорошо. Теперь поспеши и не оставляй никого в живых. Да направит тебя Талос, мальчик. Иногда мне снятся туманы Совенгарда. Да. Как больно знать, что ты не можешь ничего изменить. Нет той ветки, которая позволила бы оставить его в живых. Мне очень хотелось бы, чтобы больше таких вот разветвлений было в шестых свитках. Больше. Хотя и не будет таких вот трогательных и эмоциональных сцен. Ну, в любом случае, первый раз там все будут проходить одинаково. Ну, примерно одинаково. Ну что ж,
Я и проголодался, и устал, так что... А, какая у меня модификация? Никакой, друзья, модификации. Просто легендарная сложность. Просто прозрачный худ, который выставляется в настройках. И просто дополнение с клуба творчества «Выживание». Все. Прозрачный худ сами можете сделать в настройке. Сделайте прозрачную и почувствуйте, что такое офигенное чувство, когда нет на экране ничего лишнего, и ты видишь только мир, себя и погнали. Где там у меня была чистая кружка? Если хочешь подрать... Хорошо, она твоя, Надь. Я покажу тебе твою комнату. Охрана в Айтране ужасна. Если просто что, еще куром нужно... насмесь. Обра... Просто куром насмесь. Дай мне знать, если тебе еще да, что-нибудь нужно. Да, ведьмы. Они, между прочим, сильные, особенно на дистанции. Лучше всего подбежать к ним как можно ближе. Ну, думаю, мой зомбяк с этим прекрасно справится. Мы превосходно всех. Черт. Я же хотел попродавать вещи. Черт. Ладно, пойдемте спать до утра. Пойдемте спать. Как учился в школе? Да, Саша, ясное дело, что плохо. Плохо учился. И будет многим уроком, чтобы учились хорошо. Учитесь хорошо, ребятки. У нас теплая еда. Потому что потом это может получиться. Прошлым дням наш почет скоро век. Так как у меня. Буду что-то плохо выговаривать, буду плохо читать. Да, я ужасно читаю. Я это признаюсь. Я, конечно, пытаюсь подсчитывать разные книжечки. Погодите, я как-то быстро. Черт. Подождал. Подъем, братья, в бури, в землю. А как баги? Какие баги? Какая миссия? Что? Отлично. Непривычно видеть перед собой. Миссия, мы отправляемся сейчас убивать ведьму. Дай мне знать, если по квесту соратников. Все. Да, немного того, немного сего. Эльфийский лук апатии. Нафиг. Одежда. Сопротивление огню. А какие на мне? Это железные руки. На мне стальные. Давайте, наверное, я сопротивление огню надену, эти продам. Хотя, может, лучше их оставить. Эльфийская. Не, давайте продадим. Тебя продадим. Вот эта броня дорогая. И тебя, и обруч, и в принципе все. Заходи еще. Прости, немножечко тут пораскидал твои вещи. Они, по-моему, выше были, да? Учитесь. Так, куда я зашел? Для себя, а не на отметку. Совершенно верно. Нужно учиться тому, что больше всего нравится. Ну, общее образование, конечно же, нужно. Вы должны закончить все классы, вы потом должны закончить отличный институт и только потом строить свое будущее. Я не говорю, что только лучшее оружие и броня. Я хочу тебе еще кое-что попродавать. Ну и я вижу, совсем немного я тебе смогу попродавать. Совсем немного. Если что понадобится, загляни в магазин. Погнали, отправимся еще к магу. А, не, к алхимику. Погнали к алхимику, поделаем какие-то зелья и попродаем. У меня для всех найдется что-нибудь подходящее. Позови меня, если что понадобится. Моей собачке кушать не нужно. Кто сейчас Карим играет? Друзья, у меня вышло вот-вот только очень крутое видео. После стрима обязательно зацените, если не видели это новое офигеннейшее дополнение, которое займет у вас очень много времени. Так, ну что, давайте, как всегда, позанимаемся открытием. Кузнечное дело неплохо. Если какая помощь нужна, только шепни. Классно, что есть такая возможность. Просто юзать то, что вы не юзали. И таким образом, говорится, некоторые перки можно и не качать.
Опять кузнечное дело. Класс. У меня есть средства от всех болезней. Невидимости довольно дорогие. Чем могу помочь, говори. Яды. Тут я никак. Уязви. А. Перья. 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 От всех бед. С радостью помогу, чем смогу. И давайте продадим. Бледно... Так тебя интересуют мои зелья и ингредиенты? Да, 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 да. Мне интересует, честно говоря, больше всего, что я тебе попродаю вот это вот зелье невидимости. А, ты лично. У меня уже денег нет. Черт. Я тут наделал зелье. Если потребуется лекарство. А у нее уже денег нет. Ладненько. Погнали к последнему. Секунду. Я же голодный. Я же голодный, как собака. 18, немножечко яблочко, картофельный супчик. И стало намного, намного комфортнее. Нужно будет дерево оживить. Нужно будет дерево оживить, и потому что частенько тут будем бегать. Давайте еще колдуну сбегаем и отправимся. Чтобы я уже попродавал все, чтобы минимум мне было тащить, и отправимся в путь дорогу. Ваня, ты играл в серию Готика Мастер оф Иллюзионист? Нет, не играл. Мне подарили недавно Готику Сим Скайрим. Спасибо тебе большое за 50 рублей. Классный, выпускай больше видео. Спасибо, спасибо, я стараюсь, очень часто, ну как, через день в основном, ну спасибо тебе. Тёма! Спасибо. Не, все же буду просто Тёмчиком. Создай, пожалуйста, зелье, переименуй его в пиво Тёмчика. Зелье Тёмчика? Пиво Тёмчика? Прикольненько. Ну, давай уже в следующий раз. Спасибо тебе огромное. Просто я оттуда уже убежал. Или можно здесь? Не-не-не-не-не. Или ты имел в виду вещь? Ее же можно какую-то создать и назвать Тёмчиком, например. Что мы можем зачаровать ради интереса? А, нет, это мы можем снять зачарование, да? 3 единицы дополнительного урон животным. Не хочется как-то разбивать эту уникальную вещь. Зелье кузнеца вообще не хочется. Зелье здоровья я сейчас выношу. Иллюзия. Давай сделаем так. Я буду делать себе какие-то зачарованные вещи, и я назову какую-то вещь Тёмчик. Обещаю. Спасибо тебе. Ага. Мало хватки, это мы оставляем. Алхимия. Черт, у меня же было мало алхимии. А, постоянно забываю. Ладненько. Ладненько, ладненько. И на какие? Нет, на длинный молот мы зачарование не будем наносить. На кирку. На украшение можно что-нибудь. Потом продадим его подороже. Иллюзии, колдовства. Алхимия. 8% стрельба. Сопротивление урону, взлом, алхимию. Давайте стоимость 1000. Нормально так. Неплохие чары. Но продолжай учиться. Это лишь первые шаги. Покидаем пока алхимию. Колдовство. Оно дешевое. Алхимия, по-моему, самое дорогое. Сразу уровень качается. Маленький, маленький, маленький. Друзья, извините, сейчас небольшие делишки. Почему бы не зачаровать, если мы уже тут? 600. Иллюзии 619. 626. Отлично. Друг. Ты в драконьем пределе. Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Свитки. Огненный шторм мы оставим. Камни душ пустые.
Камни Варла. Нет, Камни Варла, конечно же, я оставлю себе. Вот, с рубином. Мы сейчас продадим два ожерелья и все. А, на 1%, а не на 8%. Размечтался. Но все равно они довольно дорогие. Электричество. Ну и все. Знаешь, раз у тебя есть способности, советую посетить коллегию магов Винтер. Особо ничего не прокачали, точнее, не убрали, но зато хотя бы денежку. Подняли денежку, и это уже очень-очень хорошо. Черт, мой чат постоянно убегает. Это просто связано с тем, что я колесико на втором колесиком кручу, и чатик такой на самый низ. Так что, друзья, простите сейчас, чтобы хотя бы посматривал на вас. Сейчас будем долго куда-то ехать. Это 100% эти ведьмы находятся хрен знает где. Да. Так что одинаково, что оттуда, что с Маркарта, что с Вайтрана. И мне сейчас придется офигеть. Просто офигеть, какой маршрут, как говорится. И пока мы будем ехать, я буду частенько заглядывать в чатик, друзья. И будем болтать. Так что все нормальненько. Для наших остроухих хозяев такое просто немыслимо. Сейчас на лошадку и вперед в дорогу. И со следующей серии уделю я внимание кузнечному делу. Так вот, не знаю, с вами качаться или... Как-то интересно, нес топор и дровишки. Канал Зигзаг, привет. Типа кольцо Тёмчика можно так, Артём. Да, но я хочу что-то такую вещь, которую я буду долго носить, а не которую продам. Ну, ты меня понял. Так что придется немножечко подождать. Потому что до зачарки я еще должен добраться. Так, что у нас вообще с эффектами? Голод, усталость, все классно. Все обалденно. Вы знаете, наверное, я там. Хотя не знаю, стоит ли мне превращаться в вервольфа, потому что, ой, эти ведьмы могут, пока я к ним добегу, там, наверное, одна или две тысячки, и я буду лететь. Не-не-не-не-не. А кушать я их не могу, потому что, по-моему, перк мне этот еще не прокачан. Ладно, давайте сохранимся и поехали. Побривусы, Тайбер. Сброй обязательно, но потом. Потом, как-нибудь потом. Бакстед, привет. Планируешь Кирилл Ведьмака ли проходить? Пока не планирую, потому что... Черт, столько игр новых, и как-то до Ведьмака все никак дело не дойдет. Главная проблема меня и Ведьмака — это та цензура, которая там... Ну, я такой человек, который, ну, не воспринимает жесткую цензуру в играх. Простите, ну, извините. Я планировал такое уже, знаете, уже я собирался выпускать прохождение. Два раза мне что-то не получилось. Как не получилось? Ну, то есть, я начинал записывать серию. Я записываю минут 20-30. Не, минут 20 я записываю, и меня обрывает все нафиг. Игра сворачивается, запись прекращается, запись не сохраняется и помогает только перегруз системы. Если я делаю сразу перегруз системы, то запись вообще крашится, и я не могу ее сохранить. И после двух раз я понял, что, видимо, сами звезды, сам Тайбер не хочет. Тайбер, что такое рассказываю? Ну, короче, пока не судьба, ребятки, может чуть попозже. Когда я повзрослею, стану такой более могущественный, мужественный, бородатый или усатый, и да, такой скажу, ну что ж, пора пробовать Ведьмака, пора. Ну, пока играем в Скайримчик. Скайрим. Плюс, черт. Чатик. Rage 2 появился. Да, в предзаказе. Он манит открытым миром. Огромным открытым миром, тачками и всему этому подобное. Так что я сделаю опрос. И может быть сделаем такое масштабное прохождение. Воу, в стримчиках.
Было бы классно, потому что Rage совершенно новая игра, где будут тачки, будут взрывы. Будет просто рок-н-ролл, как и в трейлере, но там посмотрим. Эй, не ссорьтесь, кто там ссорится? Не надо, друзья, ссориться. Не надо ссориться. Каждая игра шикарна по-своему, понимаете? Просто не кто-то играет в одно, кто-то играет в другое. Это свобода выбора, и это классно. И когда кто-то говорит, да, то фигня, тут ту фигню не играй, это уже называется, что кто-то зазвихает на твою свободу слова. В Украине такое часто происходит, признаюсь честно, но не будем об этом. Привет из Узбекистана, приветик. Боже мой, до сих пор от этого тревожная музыка мне уже поднадоела. За мной там гонятся толпища волков, что ли? Все, успокаиваемся. Ваня прокомментировал свое заявление на то, что нужно повзрослеть. А что тут комментировать? Что тут комментировать? Я такой, какой есть. У меня до сих пор я в детстве. 32 года, но все равно. Я не хочу сильно взрослеть, понимаешь? Ну зачем еще успеется? Как говорится, я еще успею. Черт, по-моему, музыка заглючила. Они уже давно убежали, я уже давно убежал, а она до сих пор вот это вот. Я хочу спокойненькую, мелодичную музычку. Без этих тревожных. Сделаю немножечко тише. Дмитрий, приветик. Древний ПК, Тёмчик. Может быть, может быть. Но мне кажется, когда он уже вырастет, Skyrim для него будет это как для нас арена. Или Daggerfall. Конечно, я, наверное, сильно утрирую, но тем не менее, все равно это, конечно, не такая графика, но все же. Все же. Может, он вообще не будет играть. О! Этот охотник в кого вообще только что стрелял? Стрела пролетела очень рядышком со мной, очень близко. А, это девочка. Ладненько. Не переживай так, не только ты в детстве, мрак. Фантом, посмотри, мод Undash. Предлагаемые моды присылайте мне в предлагаемые новости в группе ВК, ребятки. Кто-то там напал на нас, по-моему, да? Тревожная музыка. Я никого не вижу. Я отправляюсь вверх, вверх, вверх. Подождите. А, я, по-моему, не туда. Не, я не туда направляюсь. Волки. Ладненько, давайте с ними разберемся. Не будем вставать. Ладно, встанем. Потому что это сложновато. Прости. А, все порядок. Да что такое? Кто опять напал? Куча разных зверей. Кто-то напал, а я даже не знаю кто. Ладненько. Мы почти добрались. Почти. Алмат, привет. Из Рамор, ты ли это? Двуручный молот в одной руке. Да, кстати, вот эта фишка, когда он на лошади, любой боец берет двуручное оружие в одну руку. Ну, это из Рамор, друзья. Да, действительно, смотрите. И спокойненько махает. Кто-то убитый. Без проблем машет им одной рукой. Вообще без проблем. Это забавно. Отсылочка такая из Грамора. Классно сделали еще его щит. Типа показали, что он действительно был очень мощным воином. Что он самый огромный, по-моему, щит из Грамора. Самый огромнейший.
в игре. Потому что ты когда закрываешься им, ты просто вообще ничего не видишь. Так, ну что? Как говорится, пойдемте. Пойдемте в злачное место. Ваня, у тебя много родных? Много, в принципе, как у всех. Бабушки, дяди, тетеньки. Не, ну, бабушек, конечно, уже нет. И дедушек тоже нет. Ну, моих. Керим, привет. А, Тимуха, я из Сочи. Прикольно. Дангар, привет. Приветик тебе. Ванюшка Рейс, он на кухне. Он только что нормально там прорыдался, и сейчас все хорошо. Да, я стараюсь читать чат иногда. Очень редко. Вот так вот сажусь и посмотрю, что вы мне пишете. 16, 7 лет, ничего себе, Саш. Алмат, как дела? Хорошо. Супер. Супер. Видите, это какой-то баг. Это какой-то баг с музыкой. Ну, такое бывает с Кариме. Что вроде бы никого нету. Все должно успокоиться. А тревожная музыка все равно играет. О, черт! Одна ворожая тут. Я-то думал, они все там по своим пещеркам. А одна тут сидит. Ладненько. Ладненько. Ну что, друзья, давайте начинать. Давайте начинать плясать. Сейчас я, наверное, вот сюда отойду. Сохранимся. Крысы там набегают. Ну, крысы это фигня, на самом деле. Черт! Приветики, приход! Сколько у меня жизни осталось? Не, нормально. Все нормальненько. Вот черт! Как-то все пошло не так. Давай. Давай, мой малыш. Она уже ушатала его! Вот черт! Давайте отдохнем. Перекурим. Посмотрим, сколько у меня зелья в здоровье осталось. Или у меня его не осталось. Зелья выносливости. Застрельчика. Защиты, здоровья повысим. А, у меня одна зелья осталась. Да, это классно. Это очень. Переносимый вес. Кстати, у меня было зелье переносимого веса. Противоядие. О, лечение есть! Ах да, она же еще себе хилит, черт! Она же себе прекрасно хилит. Прекрасненько. Ну что? Черт! Держись, друг! Я, кажется, проголодался, да? Да, потому что я очень-очень-очень-очень медленным стал. Секунду. Супчика. И давай еще орешки. Не по два, все. Вот. Бог ты мой! Так как ты быстро всех ушатываешь-то? И хилится. Она была получена хилиться, друзья. Она прекрасно хилится. Черт. Черт. Давай. Давай! Проседай! Сколько можно есть? И забираем первую голову. Первую голову мы забрали. Что за черт? Крыска. Вот это да! Черт.
Маны только маловато. Только маны. Иван, проблемы со стримом. Время это время. Качество падает на 720. Блин. Я поменяю обязательно роутер. Мне кажется, это дело в нем. Потому что у меня роутер. Ну, реально уже лет 7. От него отпадает антенка, которую еще отгрыз мой кот Патрик, который сейчас в деревне. И время от времени он перегружается. И надо купить нормальный себе и вебку. Будет исправлено. Спасибо за замечание. Так, ну что, давайте по порядку начнем. Зайдем сначала вот сюда. Я бы, конечно, немножечко отдохнул, подождал бы. Но скоро я начну вставать. Чувствую очень-очень скоро. Давайте, наверное, превращение зверя. Ярость уже не могу. Следующее, что мы сделаем, это превращение в зверя, ребятки. У меня зомбяк еще остался, потому что, мне кажется, сейчас сохранюсь. Я не смогу ее одолеть уже следующую. Сколько раз я призывал? 3 раза. О! Приветики! Приветики! Давай. Главное, чтобы она не успела хильнуться. У меня очень сильно страдает выносливость. Она уже закончилась. Давайте, как говорится, вспомним. Манна, зачем же я манна? Ну что я за человек? Так, спокойно. У меня тут куча ядов, которые я насоздавал. 50 магии. Отлично зайдет. Давайте. Давайте юзанем. Выносливость есть еще? Рыцаря. Легкой брони. Там уже эффект закончился. Силы. Это мне не надо. Это мне не надо. Кузнеца. Меткости тоже. Исцеление защитника. Зачарование. Берсерка. На 20%! Конечно! О, черт! О, черт! Стоп! Стоп, 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 стоп! Черт! Она отхилилась! Она, мать его, отхилилась! Она без разницы. Она будет хилиться 3 раза. Воу! Е-е-е-е-е-е-е-е! А сколько вообще голов нужно забрать? А, все. 1, 2, 3. Еще 3. Еще 3. Друзья. Головушки. Морковку, значит, она хранила. Давайте Вервольфа оставим на последнюю, а? Максим. Вау, тебе делать нечего. Привет, Данил. Расскажи секрет, как получить такое удовольствие от Скайрима. Виталик, да просто включай легендарную сложность. Просто делай супер легендарную сложность. Прозрачный худ. Выживание приобрети. Или же есть Фростав. Фростав это бесплатный режим выживания. Я его не юзал, но вроде бы говорят, что он тоже достойный. Я его не пробовал. Вот и все. В клубе твой, в модификациях встав и, пожалуйста, получай это удовольствие от данной игры, где нет быстрого перемещения, где нужно юзать все новое, новое и новое. Ладненько, давайте юзанем все-таки защиту, потому что она качается. Качается, 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 и нам нужно изменения качать. Черт, слишком открытая территория. Что я делаю? Боже, я сейчас тут утону. Какого черта? Давай.
Давай, 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 давай! Черт! Прогинайся уже! Не-не-не-не-не. Уже. Уже здоровье закончилось. Сейчас она зарядит меня фаерболом, и все будет прекрасно. Живем. Херсин. Воу! Нежданчик-то! Черт! Отхилилась! Еще раз отхилилась! Да ты издевайся! Сколько можно? Да! Е-е-е-е-е-е-е-е! Вау, Ваня, ты лучший. Пионеры, спасибо. Воу. Все идет хорошо. Все идет прекрасненько. Так, ну что, осталось... Осталось две. Черт, я запутался. Куда? Где выход? Тут мы ее пришили. Ага. А вот так вот нужно обходить. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Следующая. Следующая ведьма. По-моему, две. Следующих находится наверху. Так, 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 что это было за... Мы начинаем уставать. Мы, друзья, начинаем уставать по чуть-чуть. Ладно, сохраняемся. Мана у нас есть? Как-то не очень. Потому что и здоровье как-то не очень. Но мана вроде бы еще более-менее есть. Наш крик откатился? А фиг его знает. Ладно, пойдем. Вау-вау-вау-вау-вау. Что-то тут слишком большой лагерь. Ладно, погнали. Погнали, погнали, погнали. У нас новый уровень. Крысу нужно убить. Отвали. Так, ну что. О-о-о-о-о-о, приветики. Давай, 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 давай. Ты сможешь! Держись! Зомбяк! Херсин, говоришь? Сейчас, 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 сейчас! Сейчас начнет хилиться. Главное не пропустить момент, давай! Да! О да! Ваня, где можно найти много амулетов Талоса? Забираем головушку. В Селитьюде. У торговки одежды, по-моему. Они там случайным образом выпадают. Ты можешь просто все амулеты скупить. Ну, если ты знаешь фишку с торговлей. И как обновлять лут у тархашей. Я думаю, проблем у тебя с этим вообще не будет. Ну что, друзья, последняя. Последняя ведьма. И я хочу ее сделать оборотнем. Хотя не знаю, получится или нет. Без зомбяка это будет, наверное, сложно. Очень сложно. Ой, черт. Чатик, чатик, как всегда, убежал. Одну голову можно. Богдан пишет, ну, я хочу всех. Чтоб опять сюда не прибегать, потом меня просто головы оставлю. Потому что кто-то захочет тоже освободиться от этого всего. И мы сразу придумаем, ну, пожалуйста, у нас все головы есть. И классно, здорово. Так что все хорошо. Давайте сделаем, знаете как. Вызовем нашего зомбяка и потом попробуем превратиться. Где ты, где ты, где ты, где ты тут, крысики? Вот она!
Черт, нужно уничтожить эту вот крысу. Давай! Давай! Давай, черт, быстрее! Сейчас его уничтожат! Ну, конечно, нужно покричать! О, да! Приветики! Воу! Самое главное, чтобы она не давала. Ее нельзя, нельзя и вставать. У меня жизни почти не осталось. О, да. О, да, друзья. Она один раз нас прорядила. Не, новой способности нету. И уже как мало здоровья осталось. Владимир, приветик. О, друзья, ну что, буду я заканчивать. На сегодня буду заканчивать. Потому что нормальненько сегодня прошли, немножечко дальше. Дальше, конечно, у соратников начинается самая топ. Самая финальная. Вау, крутая. Крутая часть прохождения, но пока все, друзья. Боже, сколько у меня вообще здоровья осталось? Ну, сейчас я превращусь обратно. Давайте 5 минут так чатику и буду убегать, друзья. Хочу напомнить вам, что у меня вот-вот сегодня вышло офигенное видео за дополнением Skyrim Special Edition. Посмотрите его. Если вам зайдет, купите и зацените это дополнение. Это невероятное чувство. Такое ощущение, что я заново играл в Skyrim, потому что что-то новое, что-то такое огромнейшее. Оно стоит своих кредитов. Там, я вам сейчас скажу, 1200. 1200 кредитов стоит последнее, самое глобальное дополнение. Ого! Артём, спасибо. Сбегай к сонному дереву. Ваня, не-не-не, не сегодня. Уже не сегодня. Сейчас я просто посижу немножечко в чатике и буду завершать. Буду завершать. Огромное вам спасибо за ваши комментарии, за вашу поддержку, за ваши донаты, друзья. Спасибо, друзья. Как относится к Skyrim моя жена? Да никак. Она не играет такие игры. Ей это не нравится. У нее там свои игрушки, так что... Увы, нет. Алочки Skyrim не по душе. Сейчас будем превращаться. Валера, привет. Доседа. Непонятно что-то. Александр С. Пока. Пока. Спасибо, что зашел. Данил. Хорошо. Слушайте, а здоровье больше стало? Это как понимать? А, вы поняли? Наверное... Сработали вещи, которые мне добавляют здоровье, и вот это вот, и это все повлияло, потому что оно же как бы, хотя нет, они должны были работать с Вервольфом. Дафни, спасибо. Подари одну голову. Эрика Кэт. Арика Кэт. Я, наверное, неправильно читаю, прости. Ты видел гигантского краба? Конечно, видел. Пионер. Он как раз-то по квесту в Фроке. Лордом-вампиром. Не-не-не-не-не. Я пока Вервольф. И я неизвестно, когда смогу избавиться от Вервольфа. Может быть, до самого конца, потому что здесь я буду проходить против вампиров. Небольшой спойлер. Те, кто смотрели с самого начала, помнят. Айс, приветик. Вадим, привет. Данил. Пропуск в трусики. Что за фразочки? Ну, не прикольные. Пока, спасибо за ответ. Тут же Rush... Я не ответил на твой вопрос. Что за броня? Это броня лорда из клуба творчества. У меня есть отдельная серия. Броня лорда Skyrim. Вбивай в гугле и обязательно увидишь, как ее получить. Котик в деревне. Ваня, какая ссылка нужна? Я не понял. Сервивал... В смысле? В смысле ссылка? Сделай топ-10 мест, где вампиры. Хм.
Будет еще много видео, очень много по Skyrim, так что поверьте, будут и топы, будут и секреты, будет еще бог, сколько всего. Привет, я ж успел, Роман. Ну, к сожалению, я завершаю стрим. К сожалению, я же отыграл сегодня нормальненько. Андрей Тютин, привет. Длинный, да, у меня как раз длинный молот, и по скорости он просто топ. Я элементную ярость юзаю, нужно будет получить еще крики. Давай играть. Не-не-не, друзья, я уже все. У меня еще дела. Я очень всем советую зайти и посмотреть мое последнее видео за дополнение Двемеров. Это просто нечто. Классный стрим, Magic Pav, спасибо. Спасибо тебе огромное за поддержку. Ладненько, друзья, всем огромное спасибо. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте и зацените мое последнее видео, пожалуйста. И сверхблагодарности будет, если вы еще сделаете репост. Спасибо огромнейшее. Всем счастья, добра, друзья. Никого... Не так. Никогда никого не обзывайте. Помните это. И потом почувствуйте, что... Оно того стоит. Не знаю, к чему это. Наверное, из-за того, что меня часто кто-то обзывает. Наверное. Ладненько. Всем пока. Апумбабе, 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 апумбабе. Что за песенки, Вань?